закончили проклейку шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник, проклеили арки, крылья. Все проклеено усиленным материалом. Толщиной от 8 до 10 миллиметров. Так теперь у нас выглядит багажник. Готов салон. Все сплошным ковром. Проклеено по всему автомобилю. Все заклеено, проклеено, передние арки. Все готово. И двери проклеены четвертым слоем шумопоглощающим. Максимальная шумоизоляция. Все, автомобиль полностью готов. Будем собирать.